Вести Карачаево-Черкесия. В студии с информационным выпуском Рита Нерова. Здравствуйте. Коротко о некоторых событиях. Мораторий на плановые проверки сохранится до 2030 года. В предстоящую пятницу в Черкесске объявят лучшие социальные проекты прошлого года. В республике в рамках акции «Сад памяти» пройдет высадка 16 тысяч саженцев различных пород деревьев. И проект «Ногайский дом. Истоки и современность» стал победителем конкурса Фонда культурных инициатив. А теперь подробности. Мораторий на плановые проверки сохранится до 2030 года. Об этом сообщил председатель правительства страны Михаил Мишустин. По поручению президента правительство продолжает снижать административную нагрузку на хозяйствующие субъекты. В ближайшие 8 лет плановые проверки будут проводиться только в отношении тех контролируемых лиц, чьи объекты отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска. Соответствующее постановление подписано. Также в образовательных учреждениях, входящих в высокорисковую группу, в этот же период могут проводиться профилактические визиты вместо плановых проверок. Если в ходе таких мероприятий выявлены нарушения, могут выноситься предписания об их устранении. Эти решения являются частью реформы контрольно-надзорной деятельности, которую реализует правительство. Они позволят сохранить в целом тренд на улучшение делового климата в нашей стране. Министр сельского хозяйства Республики Анзор Баташев посетил тепличный комплекс «Агрострой», расположенный в Зеленчукском районе и специализирующийся на выращивании томатов. Мощность производства 900 тонн в год. Общая площадь теплицы на сегодняшний день составляет порядка 3,5 гектаров. Здесь применяют современные технологии выращивания и биологические методы защиты растений, строго соблюдая санитарный контроль. Комплекс газифицирован, автономно обеспечен электроэнергией, водой для полива и технических целей. Предприятие основано в прошлом году. Первый урожай томатов сорта «Pink Champion» собран в январе этого года. Сбор, подвязка и сортировка томатов на предприятии ведутся вручную. Продукция реализуется на территории республики. 325 жителей Карачаево-Черкесии зарегистрировались на платформе МСП-РФ. За первый год работы цифровой платформы на ней зарегистрировались более 320 тысяч пользователей со всей России, в том числе и более 300 жителей Карачаево-Черкесии. Это субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятые и планирующие открыть свой бизнес физические лица. МСП-РФ – официальный сайт государственной платформы поддержки предпринимателей с бесплатным онлайн-сервисами. На сегодняшний день самой популярной услугой на платформе для предпринимателей Карачаево-Черкесии является расчет скоринга. В рамках комплексной услуги может быть проведена расширенная оценка количественных и качественных показателей деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. Военный комиссариат Черкесска проводит отбор граждан, пребывающих в запасе из числа офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, желающих заключить контракт с Вооруженными силами России. Обеспечение вещевым имуществом и денежное довольствие организуются по нормам, установленным для военнослужащих. Народный фронт в Карачаево-Черкесии объявил о сборе автомобилей для передовой. Жителям республики предлагают присоединиться к акции и оказать посильную помощь. В приоритете машины высокой проходимости – это могут быть Нивы, УАЗы, Газели и другой подобный транспорт. Могут пригодиться и квадроциклы с мотоциклами, рассказала глава регионального исполкома ОНФ в Карачаево-Черкесии Людмила Капушева. По ее словам, большую помощь также могут оказать специалисты СТО, которые могут провести помощь и осмотр готовящихся к отправке автомобилей. В 2023 году продолжится работа по озеленению республиканской столицы. Информацию комментирует заместитель мэра Черкесска Артур Озов. В прошлом году мы вот на некоторых аллеях, в некоторых парках уже приступили к такой практике, что мы высаживаем деревья, которые уже более там, взрослые, более большой диаметр ствола. И в эту практику будем продлевать. Вот сейчас мы готовим предложение, какие деревья будем высажать, где мы, в каких местах мы будем высажать. То есть такие планы у нас есть, мы будем это все реализовывать. Есть календарь, по которому можно высаживать в какое-то определенное время. Ну, согласно этого календаря, чтобы мы не впустую брать везде время и деньги, и чтобы был какой-то эффект, да, безусловно, кому-то мы будем удерживать.
В ауле Каменномост завершается ремонт моста, соединяющего Кубанское ущелье с Карачавском. Напомним, мост был разрушен напором стихии, но благодаря программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» уже в мае этого года он будет введен в эксплуатацию. Его длина составит около 25 метров, ширина более 17 метров, а ширина самой проезжей части более 12 метров. Грузоподъемность 200 тонн, пропускная способность моста до 6 тысяч автомобилей в сутки. Работы по строительству включают и обустройство новых тротуаров по обеим сторонам шириной 1,5 метра. Будут также установлены новые барьерные ограждения тротуаров и проезжей части, дорожные знаки и нанесена разметка. Комментаторская будка и VIP-ложи станут частью стадиона «Саулук» после реконструкции. В общей сложности объект будет вмещать порядка 3000 зрителей. Вокруг футбольного поля уложат беговые дорожки, уже смонтированы воркаут-площадки и сиденья в двух посадочных зонах. На сегодняшний день работы по реконструкции завершены на 80%. Полным ходом идет и строительство первого в республике Ледового дворца, открытие которого запланировано на конец текущего года. 24 марта в Черкесске объявят лучшие социальные проекты прошлого года. Участниками регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект года 2022» стали 12 предпринимателей. Проекты были представлены в различных сферах – спорт, реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья, дошкольное образование, социальный туризм и IT-разработки. Победители регионального этапа пройдут на всероссийский конкурс и получат ценные призы. Жители Карачаево-Черкесии могут получить статус социального предпринимателя и грант на реализацию своего проекта. Для чего это необходимо и куда обращаться, расскажет начальник Центра инноваций социальной сферы Джамиля Карасова. Уважаемые предприниматели Карачаево-Черкесской республики, хочу напомнить вам, что до 1 мая Центр инноваций социальной сферы принимает документы на признание предприятия социальным. Для этого нужно вам обратиться в Центр «Мой бизнес» по улице Ленина, 53, Центр инноваций социальной сферы. Если ваша деятельность связана с трудоустройством социально уязвимых слоев населения или же ваша деятельность направлена на решение проблем общества, вы, в принципе, можете считаться социальными, но для этого вам нужно пройти вот эту процедуру. Следователи выясняют обстоятельства убийства владельца туристической базы в Архызе. Уголовное дело возбуждено в отношении управляющего одного из гостиничных комплексов. Именно он подозревается в убийстве. Следствием установлено, что 17 марта текущего года в гостиничном комплексе, расположенном в Архызе, между мужчинами произошла ссора, в ходе которой они обоюдно нанесли друг другу травмы. Впоследствии один из них, вооружившись ножом, нанес оппоненту множественные колото-резанные раны, от которых последний скончался на следующий день, не приходя в сознание. В настоящее время подозреваемый находится в медицинском учреждении, где ему оказывается необходимая помощь. После того, как его состояние стабилизируется, следователи приступят к проведению с ним необходимых следственных действий. Верховный суд республики удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и отменил несправедливый приговор. Ранее приговором Черкесского городского суда две жительницы Карачаево-Черкесии были признаны виновными в совершении более 20 преступлений, предусмотренных статьей мошенничества, и осуждены к условной мере наказания. Злоумышленницы обвинялись в том, что, вводя в заблуждение граждан под предлогом помощи по оформлению сделок купли-продажи недвижимости с использованием средств материнского капитала, в период с января 2016 по сентябрь 2018 года совершали хищение указанных денежных средств путем заключения фиктивных сделок. В результате преступных действий было похищено более 8 миллионов рублей. Не согласившись с вынесенным приговором, государственный обвинитель обжаловал его в апелляционном порядке. Доводы апелляционного представления о несправедливости приговора ввиду его чрезмерной мягкости признаны Верховным судом Карачаево-Черкесии обоснованными. Приговор изменен, осужденным назначены наказания в виде реального лишения свободы на срок от 4 до 4,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В текущем году в Карачаево-Черкесии в рамках реализации государственной программы развития образования будут капитально отремонтированы почти два десятка школ. Ремонтные работы уже стартовали в начальной общеобразовательной школе аула Адгихабль, рассказывает директор учреждения Лилия Выкова.
Учебный процесс не пострадал. Мы находимся в очень удобных условиях в детском саду аула Дыхаб «Светлячок». Нам выделено 3 блока. Мы занимаемся в 2 смены питанием. Также провоз детей организован. Часть детей находится во Дворце культуры во 2-ю смену. Там тоже занимается средняя школа. В Карачаево-Черкесии начал свою работу педагогический клуб «Наставник 09». Его деятельность будет направлена на создание системы правовых, организационно-педагогических, учебно-методических, управленческих, финансовых условий и механизмов развития наставничества в образовательных организациях республики для обеспечения непрерывного профессионального роста и профессионального самоопределения педагогических работников, самореализации и закрепления в профессии. На территории Карачаево-Черкесии отсутствует пожарная опасность. Напомним, в этом году пожароопасный сезон на территории Лесного фонда республики объявлен с 3 марта. Региональные Минприроды напоминают населению о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесу. В рамках Российского года педагога и наставника в Черкесске в Государственной национальной библиотеке имени Халимат Байрамуковой проходят Дни литературы и искусства народов Карачаево-Черкесии под названием «Родного края облик многолики». Одним из мероприятий стал литературный вечер о предках памяти берегу, направленный на сохранение и развитие черкесского языка, раскрытие представления о богатстве культуры черкесского народа. Информацию комментирует министр культуры республики Зураб Агирбов. Очень важно, чтобы вы, каждый, понимали, что от каждого из вас зависит, а сохраним ли мы нашу культуру. А еще через 20-30 лет будут ли говорить на черкесском, абазинском, карачаевском языке. Небезопасным мясом кормили хищников в Тиберзинском национальном парке. Об этом сообщила государственный инспектор Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Екатерина Тутыхина. В ходе анализа данных системы «Меркурий» Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило поставки мяса для хищных животных, не соответствующего требованиям безопасности. Установлено, что начальник Карачаевской районной ветстанции по борьбе с болезнями животных оформил ветеринарное свидетельство на 370 кг конины. Мясо предназначалось в корм шакалам, медведям, волкам и птицам семейства орлиных. Однако на конину не была проведена необходимая ветеринарно-санитарная экспертиза, что является нарушением. Но несмотря на это, ее все равно поставили в Тибердинский заповедник. Управлением Россельхознадзора ветеринарному врачу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. 900 школьников из районов и городов Карачаево-Черкесии в этом году пройдут 5-дневные сборы на базе Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Подробности у министра по делам молодежи республики Ибрагима Татаркулова. В этом году по этому направлению будут организованы и проведены 5-дневные сборы. Значит, ожидается 30 групп от всех районов Карачаево-Черкесской республики. Общее количество детей, которые в этом году пройдут на базе «Авангарда», 5-дневные сборы, в рамках которых будет и теоретическая, и практическая база. Значит, это 900 человек. Достаточно хороший показатель для Черкесской республики. Помимо этого, следует отметить, что продолжается и развитие материально-технической базы инфраструктуры «Авангарда». Допустим, в прошлом году было оборудовано достаточно большое помещение на Комсомольской 31, достаточно большой квадратуры. Также, помимо этого, для организации и прохождения практических занятий подготовлен призывной пункт. На нем есть двойная полоса препятствий, асфальтированный плац, трибуна, пространство для организации и проведения тактических занятий практикоориентированного характера. И в этом году это направление по улучшению материально-технической базы и инфраструктуры будет, конечно же, развиваться. Это и гимнастический городок, это и поле для мини-футбола и так далее. Приобретение в том числе и дополнительного оборудования. В республике в рамках акции «Сад памяти» в апреле текущего года будет проведена высадка более 16 тысяч саженцев различных пород деревьев, в частности ясеня, клена, бука, липы, дуба и сосны на землях лесного фонда. Кроме того, муниципальные районы и города формируют свои планы высадок зеленых насаждений в рамках патриотической акции «Сад памяти». Центральная акция сезона 2023 года пройдет 26 апреля. В Кубанском лесничестве с участием более 200 человек.
Черкесск присоединился к общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Мероприятие проходит ежегодно и позволяет привлечь общественность к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков. В рамках акции жители региона также могут получить квалифицированную помощь и консультации по вопросам лечения и реабилитации. Активная жизненная позиция и неравнодушие жителей Черкесска может помочь правоохранительным органам выявить большее количество преступников, посягающих на жизнь и безопасность сограждан. Проект «Ногайский дом. Истоки и современность» преподавателя истории и обществознания Арсена Карасова стал победителем первого конкурса 2023 года Фонда культурных инициатив. Его целью является повышение у подрастающего поколения уровня знаний истории, культуры ногайского народа, а также социальное воспроизводство в них таких ценностей, которые будут способствовать самосохранению нации. В основе реализации проекта заложено творчество ногайского литературного классика Суюна Капаева. В частности, через его произведение «Ногайский дом» будут созданы документальный фильм и портал «Ногайский дом». Руководит проектом известный ногайский писатель Исаак Капаев. Отметим, что ранее проект Арсена «Вместе мы сила» стал победителем 4-го спецконкурса прошлого года. Он был также представлен на конкурс «Лучший социальный проект года», который проводится Центром «Мой бизнес» Карачаево-Черкесии. Итоги конкурса, как мы уже говорили, будут подведены 24 марта в Черкесске. В рамках клуба выходного дня активисты Российского движения детей и молодежи, а также дети участников специальной военной операции из общеобразовательных учреждений Правокубанского, Костахи-Тагурова, Нового Карача, Хумары и Нижней Тиберде отдохнули в загородном детском оздоровительном лагере «Гранд Виктория» в Домбае. Программа детей была насыщена и разнообразна. Практические занятия и мастер-классы, творческие мастерские и интерактивные семинары сменялись творческими и коллективными делами, шоу, играми и эстафетами, танцевально-игровыми программами и другими интересными мероприятиями. Ну и в заключение информационного выпуска новости спорта. 18 медалей завоевали спортсмены Федерации кикбоксинга Карачаево-Черкесии. В Избербаши Дагестана прошли чемпионат и первенство Северокавказского федерального округа по кикбоксингу, в котором приняли участие более 800 участников из 7 регионов России. Наши борцы выступали в 5 разделах и показали отличные результаты. По итогам им удалось завоевать 9 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых медали. Спортсмены, занявшие первые и вторые места, прошли отбор на первенство России, которое пройдет в мае этого года в Кемерово, и чемпионат страны намечены на конец этого года в Перми. Спортсмен из Карачаево-Черкесии Амир Выков стал победителем первенства России по тэквондо среди юниоров 15-17 лет. Амир выиграл все свои 5 поединков и при этом забирал каждый раунд, не доводя до третьего. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии облачно, дождь в горах с мокрым снегом, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла. В горах местами от 0 до плюс 5 и сохраняется лавиноопасность. В Черкесске дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, столбик термометра поднимется до 10 градусов выше 0. На этом новостной блок завершен. Его провела Вита Нерова. Приглашаются кандидаты для прохождения военной службы по контракту. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи, достойное и гарантированное денежное довольствие, жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 86 52 24 99 51. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!